На связи Ян и команда «Отчаянно». Мы занимаемся логистикой из Китая в страны СНГ более 5 лет. В связи с этим у нас огромный опыт в поставке разных категорий товара, автозапчастей в том числе. Все вы знаете, что рынок автозапчастей перенасыщен разными брендами, копиями, подделками и так далее. Китайские автозапчасти – это копия, скажем прямо, но хорошего качества. Также вы можете при поставке из Китая сделать свой бренд, свой логотип, свою упаковку и так далее. Все эти услуги мы предоставляем. Поэтому в продолжении этого видео смотрите кратенький отчет от нашего сотрудника из офиса в Гуанчжоу по поводу тех автозапчастей, которые мы доставляем для нашего постоянного клиента. Это и тормозные колодки, и тормозные диски, и воздушные фильтры и так далее, то есть расходники. Всем привет, с вами команда «Отчаянно». Сегодня в выпуске у нас автозапчасти. Клиент у нас заказал 33 штуки тормозных колодок дисковых. Здесь у нас подшипники, 21 штука. Все очень хорошего качества. И главное, по доступным ценам. Тут масляный фильтр. Их тоже здесь 100 штук. Далее тут идут пластины, смазки тормозным колодкам. И также здесь маркировка для каждой запчасти идет в комплекте. Плюс инструкция на английском языке и сразу здесь же упаковка. Так что обращайтесь по поводу любого опыта, будем рады вам помочь. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Всем успехов, пока. Все вы знаете, что можно заказать товары через AliExpress, в том числе автозапчасти, всего лишь оплатив карточкой Visa или MasterCard. Но не все так просто. Вы свой товар получите, но кто вам даст гарантию 100% совпадения цвета вашего заказа, параметров, веса, там, размеров и так далее. То есть вы потом можете открыть спор, но этот спор может затянуться на неделю, на месяц, на полгода. Это потерянное время, деньги и, соответственно, нервы. На AliExpress наценка в 3 раза, поэтому не нужно думать, что если вы 15 единиц товара, якобы оптовая партия, закажете на AliExpress, вы выиграете в цене. На AliExpress плюс в том, что там можно заказывать какие-то сувениры, какие-то мелочи недорогостоящие, что потом не было больно и печально за потраченные деньги и время. Чтобы таких ситуаций и казусов не возникало, вы просто оформляете заказ с помощью профессиональной команды «Отчаянно», кем мы являемся, потому что у нас переговорщики все владеют английским, китайским языком, все переговоры мы ведем с фабрикой, и мы представляем ваши интересы как клиента. Соответственно, с китайскими поставщиками мы общаемся, как будто мы для них клиент, а китаец китайцу всегда дает самые выгодные условия для сделки.